Всем привет! Продолжаем формировать сливу. Вот, в прошлом видео я показывала, что мы ее прищипывали 3 раза за год. Вот сегодня, получается, у нас 30 апреля, и мы опять ее прищипываем. Она уже дала вот такой в этом году прирост. То есть, и мы его по зеленым вот этим побегам прищипываем самую-самую верхушечку. Раз. Здесь прищипнулись, здесь. Все, и они в этом году еще дадут прирост. Еще мы их пару раз прищипнем. Вот и все.